В городском детском парке в пограничном переулке состоялось торжественное открытие катка. Он будет работать ежедневно. Каждое воскресенье все желающие могут научиться кататься на коньках. В Иванове началась реализация проекта «Ледовая школа». Профессиональные спортсмены передают мастерство малышам. В этом году проводить время на катке в детском парке будет совершенно не скучно. На центральной площадке установили елку. Хорошее настроение также создаст музыкальное сопровождение с мультимедийной иллюминацией. Эту праздничную атмосферу, эту зимнюю сказку, которую вы видите за моей спиной, удалось создать благодаря нашему главному партнеру компании «Ивгорэнергосбыт». Каток в нашем парке, в общем-то, достаточно традиционная вещь. Из новинок самых главных – это подледное мультимедийное освещение, это хорошее качество музыкального сопровождения, это лазерное шоу, которое мы увидим, когда стемнеет, и первая в городе, единственная представленная у нас выставка ледовых скульптур.